Два ДТП произошло в минувшие выходные. В первом случае КАМАЗ протаранил ВАЗ 14-й модели в Буйнакском районе. Погибли два человека. Предположительно, аварию спровоцировал водитель легковушки, выехав на встречную полосу. На месте погибли он и его пассажир. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Карабудахкенском районе. 30-летний житель Кумтаркалинского района на колене из-за несоблюдения боковой дистанции столкнулся с «девяткой», после чего, потеряв управление, врезался еще и в иномарку. В результате ДТП 50-летняя женщина, пассажир «Хонды», от полученных травм скончалась на месте.